All right, we're back. A little later than I thought it was going to be, because you know you go out and dinner turns into drinks, and drinks turns into pub crawls, and pub crawls turn into all night extravaganzas. But we're back. Well, it's taking a lot longer to load than it usually does. Oh, there we go. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Вэт, мужики. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Видно, фашисты к войне готовятся. А бегут-то чего? Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Oh, these communists are so nice. Not like these fucking Nazis. Does it say? I guess it says weapons. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Why is this guy? Что, молодой человек? Клюнули на мою остроумную табличку. Why is he written it in English? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, светло, тепло, выпивка, отлично себя чувствую. Радиация, разруха, смерть. Некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт возьми! А почему? Никто не любит правду. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. Они мне теперь большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже... Okay, well, thanks for the lecture, buddy. Oh, he's still going on. I want a drink. Give me a drink. Someone. I don't want to listen to this old man ramble about the Bolshoi Theater anymore. Не слушай ты его, парень. Он вечно как выпьет и сам расстроится, и другим настроение поспит. Can I sit down with these guys? Сразу захорошеет. No. But I'm guessing we're underneath given what we've learned. I'm pretty sure we're underneath the Bolshoi Theater, which is the, right now, it's what Bolshoi Theater means is big theater, and it's like where they have a lot of like arts performances and ballets and that type of stuff. It's pretty famous. Give me vodka. I want it. Fuck. Well, these guys have seen better days. Обер-шарфюрер. Рассказывай, чего не меняет
Are these guys like, I don't know. Hello. Fine, don't talk to me. Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. Да, дядь Миш, покажите. Все попадали, он даже не зацепил никого. Ух ты, это же демон! Страшный как демон. Вон крыльями как машет. Да, нападает. Putting the novel everywhere. Mark it. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? Отлично. На неделю хоть деньги еще остались. Exchange bullets. That's not what I want, though. I don't want mutant fish either. Боже, лучшая выделка, оригинальный покрой, умеренные цены, самооборона. Есть отличные грибочки. Лучше не найдешься. Покупайте оружие. Where? Someone said buy weapons. There we go. I have. Unfortunately, he's got weapons that I already have. What can I customize in terms of this? I don't need. No, we don't need that. Wait, or what do we? Do we already have it? No, I think that's the same one that we already have. There we go. That's not bad. Put the stock on your bastard. There we go. So that's helpful. What can I customize? Ooh. Yeah, I want to trade that in. Let's see what we got. We've already got the 12-gauge bastard. The Tihar. Makeshift air gun. Surprisingly silent and accurate. Overpressuring its tank increases power, but the extra pressure vents before long. Or do I want to keep my revolver? I want to try this. It sounds cool. The IR site. Oh, jeez. Yeah, we'll put that on there. What is this? All right. Hey, let me through. I want to go see the show. Oh. Okay, well, lead the way, Pavel. Oh, how about that? It's not bad. It's like old school. They're a little bit off key with one another. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас?
Не знаю даже, ну как можно, Верочка? Работа просто заела. На днях ждите. Впрочем, Жанка, дай пудру. Справиться. Фиг тебе. Свои есть, я и пудришь. Это разве пудра? А программы. Чего тебе твой не дарит? Этот а он у нее того. Эконом. Что тебе? Looks like she's got like something growing on her face. Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Pavel's such a... He's so great. Man, I wish I had a friend like Pavel. Пошла. Ой, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, дай-ка еще пару. Well, давайте. Wow, who refilled that? Без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и вам. Так что давай. За порядок. Man, Artem is a cheap drunk. I don't like the looks of these guys. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Wait, what? What's going on? Возвращением, товарищ майор. Вольно. God damn it, Pavel. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? You were my bro, Pavel. My bro. And he went and betrayed me. Man, I'll never trust another human being again. All the characters I always like every fucking time turn out to be evil. Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артём, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь Пошел. Неспроста, ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу! Мы ведь с тобой кто? Мушкетёры! Один за всех и все за одного! That is cool. Девиз другой, все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила. I
Oh, I wonder how long those guys have to stand like that. This guy beside me walking with me, he's one ugly bastard. Was that really necessary? Couldn't we have just walked to the negotiating room together? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Чеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить. Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Why does this guy have a Hitler mustache? Ну, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. Dude, you're wasting your time. I'm incapable of speech. Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови. И его до сих пор... Стоять, я сказал! Вы... Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись, Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Oh, is that the same generic children laughing? Infected wastelands of Moscow doesn't seem like a very good place to let children play. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и...
и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал, не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Well, at least the mice are still normal. Also, now I wasted all that money on new weapons, which I don't get to have. But yeah, I guess that's how it works in the new world. It's like, okay, Jimmy, just make sure you have your gas mask on and avoid the mutants, and you can go play outside. На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Am I gonna find like a convenient box with all my stuff in it? Smooth. Oh, looks like it.